В прошлом видео мы остановились на коллайдере, который зассал нас в черную дыру. А сейчас нас ждет какая-то таблетка. Что это такое? Ну а пока мы грузимся, не забудь поставить лайк этому видео и подписаться, если ты еще не подписан. Дирижабль, ты большой. Ты летаешь над водой и над городами. Крутяк. Обожаю дирижабли. Ни разу, правда, не летал? Ух ты, я могу им рулить. По всей видимости, мне нужно просто влететь в какое-то огромное здание, найти его тут. Ладно, хорош рулить. Мы стоим на месте. Пойдем поднимемся на второй этаж. Здесь коробочки. Ладно, погнали на второй этаж. Уверен, там статуэтка где-то спрятана. На втором этаже. Ага, люк. Открываем люк. Ого. Ого-гошеньки. Обалдеть, да? И где же тут статуэтка будет моя спрятана? Статуэточка. Я уверен, ты где-то... Вон она. Вон она. Нашел. Забираем ее. Спускаемся вниз. И будем искать сейчас огромное здание. Запускаем двигатель. Погнали. Вот там вот я вижу, вороны летают. Точнее, не вороны, а птицы. Может быть, к ним залететь в гости? Они продыряют, по идее, наш дирижабль, и мы упадем. По логике вещей. Так, 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 смотри, смотри. Оп-оп-оп-оп. Продырявили. Отлично. Стоим тут. Пойдем поднимемся наверх. Оу, сколько птиц. А дырок-то из-за клювов. Походу, мне нужно спасать птиц. Крутяк, конечно. Так, и сейчас нам нужно все эти клювы вытащить, чтобы мы начали снижаться, да? Даже в этой игре ворон доставляет какое-то неудобство. Ну, в нашем же случае это даже плюс, чем неудобство. И посмотреть хоть в дырищу можно. Теперь понятно, зачем тут коробки стояли. Чтобы достать вон до верхних клювов. Слушай, а может быть этими коробками будет достаточно покидать в клювы? Давай вот тут попробуем. Опа! О, сработало! Ништяк! Короче, я спустился за штурвал. И сейчас мы полетим до первой высотки. А первая высотка — это у нас вон то здание. Сейчас будет дирижабля крушение. Поворачиваем сюда. Прямо. Ништяк. Как мы низко. Пожалуй, я останусь за рулем, чтобы наверняка самоубиться. Ух, сейчас будет нечто. Вначале, конечно, мы заденем верхушкой, вон тем носом. Прям в металл летим. Ништяк. Бабах! Чудный сон был с дирижаблем. Хоть где-то полетал на нем. Че у нас в следующем сне? Какая-то бочка здоровенная. Ну ладно, погнали посмотрим. Ух ты. Мы в лаборатории. Скорее всего, мы будем ставить опыты на себе. Ничего себе. Я хожу сквозь компьютеры. Обалдеть. Вот это да. Подожди, я че? Я призрак, что ли? Да нет. Только сквозь эти компьютеры могу ходить так. Обалдеть, прикольно. Так, короче, скорее всего, мне нужно взять вилочку, воткнуть в розеточку. И тут, да, все, тут открылось. Нажать кнопку, хотя нет. Тут провода так висят, мне что-то не нравится. Ну давай нажмем на всякий пожарный. Вау! А, это телепорт! Ты прикинь? Блин, а можно обратно вернуться? Подождите. Прикол. Обалдеть, круто. Короче, тут еще есть какой-то... А, вот, смотри, зона телепорта. Фабрика. Что тут еще? Планета инопланетян. И десерт. Десерт. Короче, я могу переключаться между этими локациями. А вот это черное, что это такое, интересно? Так, прежде чем мы... Что тут у нас такое? Коробочка. Коробочка с едой. Прежде чем мы отправимся в путешествие, нужно осмотреться здесь. Нет ли... Нет ли тут статуэтки? Но походу нет. Вон там он что-то светится прям так интересно. Как думаешь, мы туда залезем? Вот на этот компьютер я могу запрыгнуть? Могу. Здорово. А теперь... Вот сюда. Давай. Ну, я почти. Давай вот так вот аккуратненько по краешку. Оп, залезли. Круто. И что? И что нам это дает? А ничего. Даже водиться не попить.
Вулкану. А, вот эту табличку нам нужно достать и поставить вон туда. Вон туда. Все, я понял. И попасть на вулкан. И там сгореть, скорее всего. Ладно. Короче, мы отправляемся в фактори, на фабрику. Поищем что-нибудь там. Фабрика, фабришка. Тут куча подушек. Я не знаю, нужны ли они нам или нет. Но на всякий пожарный возьмем парочку. Возможно, они пригодятся. Так. Что-нибудь еще тут есть? Статуэточка. Тебя тут нету, случайно? Нет, вроде статуэтки тут нету. Пойдем посмотрим в окошечко. Ага. Ничего там не видать. Короче, телепортируемся обратно и меняем координаты. Здорово. Теперь мы отправляемся в десерт. Десерт. Что это такое десерт? Пустыня, что ли? Точно, пустыня. Ух ты, нифига себе. Смотри. Это как? Очень необычно и прикольно. Вот это фантастика, да? Мы в пустыне. И, скорее всего, мы можем спуститься... Вот это лифт, я так полагаю. Ага. Я все сломал. Никуда мы не спустимся. По всей видимости, нам эта ручка пригодится. Возьмем ее. Ручка, ручечка, ручок. Телепортируемся к инопланетянам. Возможно, ручка и подушки нам там понадобятся, но это не точно. Возьму на всякий пожарный. Ух ты! Это я на инопланетной базе? Это что за пещера? Почему я не на планете инопланетян? Так. Тут есть вот эта штука, подъемник какой-то. На всякий пожарный возьму рычажок, вдруг он там понадобится. Совсем на всякий пожарный. Вода есть. Подожди, а зачем здесь вода? Встаю на платформу и что? И ничего. Хотя, может, тут и не вода нужна, а какая-то батарейка. Кто ж их знает. Ладно, ручку оставим тут пока. Пойдем пошаримся тут. Уверен, что тут где-то... А, ты посмотри. Дождик идет. Может, надо было намочить подушки и потом с подушек воду туда перелить? Ладно, чуть позже разберемся. Пойдем на летающую тарелку. Бластер! И что он умеет делать? Бластер воды! Так, ну все понятно стало. Сейчас я посмотрю, тут нет ли статуэток. Короче, все, бежал, статуэток тут не нашел. Значит, они не в этой локации, очевидно. Залазим на платформу, заливаем... Ой-ой-ой-ой, подожди. Ручку надо забрать. Она нам по-любому пригодится. Заливаем сюда воды. Во! Ручка... Рука... Рукоятка, ну... Ну... Куда она делась? А, вон она. На снизу. Эх... Я чуть дар речи не потерял из тебя, рукояточка моя. Тащим все сюда. Путешествую, как говорится, со своим. Все телепортирую с собой. Все, можем мотать отсюда. Погнали. Ну что, теперь нам нужно взять пукалку. Залить туда водицы. Мы знаем, как туда залезть. А, я с бластером-то, наверное, туда не залезу. Вот же ж ёкарный. И так не достать, да, наверное? А я могу бластер туда закинуть? Могу. Но тогда по стариночке разбираемся. Опа! Теперь аккуратненько вот так вот залазим сюда. Берем бластер, заливаем водички. И тпшимся на вулкан. Здорово. Вулканная табличка. А, нет. Это не все, нам еще ручка нужна. Вот для чего ручка-то. Статуэтка, я ее спалил, смотри, где она стоит. Вот она. Забираем. Отличненько. Полный комплект. Хватаем теперь ручку. Тоже ее нужно туда закинуть, чтобы открылась решетка. Наконец-то. Нифига себе, как это я тут через перегородку перелез. Видимо, пузо мое как-то деформировалось, и я смог протиснуться сюда. Все, решетку мы убрали. Значит, хватаем табличку вулкан. Сейчас пихнем ее сюда. И телепортируемся теперь на вулкан.
смысле, почему инопланетянская тема? Песок, где вулкан? Странно. Что-то телек сломался, походу. Короче, ТП-шимся. Ух ты, крутяк. А что тут? Есть что тут? Могу я туда свалиться, как думаешь? Приколенько. Ага, не, походу не могу. Я на землю спускаюсь. Вон оно что. Вокруг вулкана стенка, через которую я не смогу пробраться. Блин, ну вот этот сон с телепортацией, это вообще просто самый лучший сон, мне кажется. Че, прыгаем в вулкан тогда? Юху! Чума. В вулкане я еще никогда не купался. Но надо же когда-то начинать, правильно? Хотя бы со снов. Так, следующее у нас это коза, номер 23, и потом номер 24, тут ничего, правда, нет. И все? И мы все прошли? Ладно, погнали коз доить, походу. Козочка моя. Что-то какая-то музяка новогодняя. Что это? Метал. Куда-то могу вставить метал. Ты видел, да, двери там немножечко так покачивались, как будто кто-то вышел. Тут что за надпись? Evocatorius et Saludus. Какая-то магия. Evocatorius et Saludus. Я это произнес, прочитал. Evocatorius et Saludus. Скорее всего, сюда нужно козу притащить. Пентаграмму начертить, произнести это заклинание, включить метал. И, по всей видимости, сюда ворвется демон какой-то и просто жарит меня. Обалдеть, вот это будет сейчас экшон. Забавно. Пошли кос искать. А еще мне нужен магнитофон. Так, есть колодец. В колодце у нас зажигалка. Зажигалка нам нужна, чтобы свечи поджечь. Пентаграмму-то как делать? Значит, жигу вот туда выкидываем. Пошли искать дальше. Коробочка есть. Коробочка нам нужна, чтобы запрыгнуть на второй этаж. Сейчас потащим все. Вон, видишь, второй этаж открыт. Я сразу это запалил. Интересно, а что на втором этаже? Сейчас мы это и узнаем. Погнали. Музяка такая милая играет, прям капец. Что он... А, это не второй этаж, это чердак, типа. Типа, а вон и свечи я сейчас сниму. Попаркурим. Смотри-ка, люстра в виде пентаграммы адской. Мне как-то ее надо снять. А, она под моим весом упала. Угу, хорошо. Что я делаю, что я творю? Так, а кассету могу вставить сразу в магнитофон, как думаешь? Давай попробуем. Оп, кажется, поставил. Рок-н-ролл, ладно, пока выключим. Не зря я, наверное, кассетку ставил. Такая мимимишная мелодия играла. Так, осталось теперь только козу найти. Коза, козочка моя, где же ты? А, вот, стоило, смотри, вот и коза. Привет, я тебя искал. Взял ее под подмышку. Таскал бы я так коров. Ну чё, козочка, ты готова? Ты у нас будешь как жертва. Жертвоприношение. Козел отпущения, как говорится. Чё так козочка какая-то дохлая, не стоит даже. Вот. Значит, теперь все поджигаем. Все свечи. Чё я творю вообще? Алкаш-сатанист, который вызывает демона. Это... Что за сон вообще дурацкий? Врубаем узло. Поближе поставим здесь. И читаем заклинание. Йок, Макарёк. Здрасте. Я сатану призвал. Чё, ты меня убьёшь, нет? Смотри, что там на улице происходит. Можно на улицу выйти? Ва-а-а! Темнота. Чё, я думаю, к тебе подойти просто нужно, да? Ага. Он меня проткнул своими вилками. Ну все, типа, я теперь продал душу и отправлюсь только в ад. Ну, конечно же, в ад я отправлюсь тоже во сне. А так меня только рай ждет. Ну что, последнее испытание, по всей видимости, это высотка. Высотка? То, с чего все начиналось? Разве нет? 24-е сонное испытание. Ну ладно, погнали. Ух ты!
А это, по-моему, другая высотка. Пивандрос! Пивандрос, диванчик мой, родименький. Надо же тебя спасти, выйти не могу, как обычно. Как обычно. Эх, ну ладно, погнали. Видать, мне только скинуться с крыши остается. Дверь открыта, шикарно. Музло заперто, достать его никак. А как мне достать музло? Там вон тоже все заперто. Это кто-то меня пытался нарисовать. И я такой миленький, миленький. Бочечки могу таскать, но зачем? Я так могу подняться сюда. Тут тоже все заблокировано. Какая-то мэджик. Это, наверное, происки сатаны. Ну, значит, тут есть шляпа. О, что тут шляпа делает? Очень любопытно. Давай поморгаем. Может, тут сатана появится. Да, не появится. Тут музяка тоже заперта. Сюда могу залезть наверх? Могу. А что, если мы просто отсюда спрыгнем, а? Наверное, этого и дожидаются. Но сперва давай нажмем эту кнопку. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Шеньки. Что происходит? А-а-а. Мне кажется, вот на эти штуки надо разместить, может, бочки или что, я не знаю. Вот эта штука, это магнит какой-то. Так, ладно. Давай я просто спрыгну. Кстати, я статуэтку тут так и не нашел. Неважно. Давай, короче, попробуем спрыгнуть отсюда. Просто прыгаем. Смотри, я не могу спрыгнуть. Волшебник! Он меня держит. Ну и круто, давай-ка полевитируем. Может, мы статуэтку тогда где-нибудь найдем. Короче, мне нужно волшебника этого как-то грохнуть. И тогда я смогу отсюда спрыгнуть. Ю-ху! Засранец, а? Так и не хочешь, чтобы я просыпался. Значит, давай включим вот эту штуку. Бесполезен. Ты видел? Эта штука бочки доставляет нам. Ну хорошо, давай бочки поставим сюда. Ну вот, я, короче, круг растаял. Давай попробуем. Ой, сбил. Давай попробуем, посмотрим, что будет. Нажимаем. Да не, нифига не происходит. Просто пару бочек вытащилось еще. А может, мне этой бочкой просто кинуть в него? О, смотри-ка. Так, и что, и что, и что, и что, и дальше? Надо прыгать? Прыгать, что ли, надо? Давай попробуем. Опа! Нет, все равно. А, вон там, смотри, вон там кнопка разблокировалась. Бегу, 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 бегу. Бегу. Сейчас, 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 сейчас. Все сделаю, все нажму. Нажал. О, вон он еще. А, скорее всего, он еще выше поднимется. Или что? Что нужно делать-то? Давай еще раз нажмем. Скорее всего, мне нужно на него спрыгнуть. Как бы других вариантов никаких. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Во! Получилось! Офигеть, вот это методика, да? Вот это схема уничтожения этого демона. Или мага, я даже не знаю, как его прозвать. Сейчас я в тебя попаду, я попаду. Нет, не попаду. Что ж ты тут бочек понаставил? Смотри-ка, уворачивается скотинка. Блин. Что-то я не подрасчитал, что он убежит. Е-е-е, попал! И сколько мне его раз так прижучить надо? Раза три? Как в Марио. В Марио всех боссов надо по три раза бомбануть, и тогда они проиграют. Бегу, 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 бегу. Так, я здесь. Готово! У тебя маска-то там хоть трещит? Ломается? Вроде ломается. Еще разок сейчас попадем в него. Еее! Грамотно как. Предсказал его маневр. Сейчас кнопочку нажмем и снова на него прыгнем. Вот это босс, да? Кто бы мог подумать, что тут есть в конце босс в моем сне. Ай, упал. Почти, почти, почти. Почти, почти, почти. Да что ж такое-то? Вот прям вот краешком, носочком своих потных ботиночек я шлепнул по его волшебной шапке. Так, давай я сейчас помолчу, быстренько пропрыгаю. Есть! Получилось! Хо-хо-хо, мы этого шляпника победили. Чё, всё? Ништяк?
почему вот это вот еще не разблокировалось? Должно же разблокировать. Ну ладно, это не важно. Ну что, погнали самоубиваться, что ли? Я проснусь сейчас! У-у-у-у. В смысле, я еще не проснулся? Ну что, тогда погнали отсюда, погнали пивоандрот спасать. Пиво, я иду к тебе. Я иду к тебе, сейчас я машин... Машину пропущу. Никого нет? Пивасик мой... Че? Че за фигня? Как это пивасик разбился? Нет! Пойду... Об тачки убьюсь, что ли? Так, надо обойти вот тут вокруг еще. Вдруг тут статуэточка где-нибудь лежит, слушай. Уверен, что могло бы такое быть. Можно на крышу залезть, наверное. Или нельзя. Короче, ничего тут нет. Все, погнали убиваться об тачку. Надо, чтоб нас сбили. Сыну конец. Тачка, я жду тебя. Давай, 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 давай. Получено достижение. Пиво так медленно летит. Я чё, Нео, что ли? Мы спасли пивоандроста, прикинь. Ух, даже не вспотел, да? Снова ты за стар. Ты сейчас опять уснешь, алкаш. О, он мне лайк поставил, смотри. А чё, всё? Это конец? Он заснул! Опять! Oh.